Экспортный продукт «Луксивок» из Чувашии пользуется спросом за рубежом. За ним приезжают из Белоруссии, Казахстана и других сопредельных государств. Сейчас в Батыревском районе началась уборка лука-сивка. Как выращивают эту стратегическую культуру и какими темпами идет уборочная? Дождливая погода – не повод сидеть по домам. Поля раскисшие от воды, работа кипит в ангаре. Лук-сивок надо просушить и отсортировать. Сивок нормальный, такой же, наверное, как в прошлом году. Зимой провеем через аппарат и сетки затариваем, на продажу приготавливаем. Чтобы урожай был хороший, после посева его поливают и пропалывают. Придирчиво осматривают каждую грядку. В руках побывает буквально каждая луковичка. Отсюда и урожай хороший, и спрос не падает. Выращиваем сивок на площади 25 гектаров. В этом году она созрела раньше, чем в прошлом году. Погодные условия, хотя сеяли чуть попозже, но все культуры, вот особый год, все культуры поспели в этом году раньше. В этом году на уборку урожая от пшеницы до лука-сивка и горчицы вышли на неделю раньше. 7 июля в Чувашии скошено более 95 тысяч гектаров. Это треть от посевов. Вся посевная площадь под урожай 2021 года составит 550 тысяч гектар. Сельхозтоваропроизводителям в республике предстоит убрать 303,2 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур, 5 тысяч гектар картофеля, 850 гектар овощей открытого грунта. Лидеры по жатве – Канашский и Ячихский районы. Здесь и урожайность традиционно высокая. Однако анализировать ситуацию будут уже поздней осенью, когда техника встанет в зимние ангары, а хозяйства отчитаются об успехах и о реализации федеральных и региональных программах поддержки отрасли. Если погода позволит, то уборочную планируют завершить в ближайшие 3 недели. Лариса Васильева, Татьяна Раевская, Павел Рядков, Республика.